До конца апреля Центр диспансеризации здоровья Подмосковья на улице маршала Бирюзова в Одинцове приступит к работе. Жители округа смогут получить консультацию врачей общей практики, узкопрофильных специалистов, посетить кабинеты эндоскопии, сделать УЗИ, флюорографию и маммографию. В преддверии открытия глава муниципалитета Андрей Иванов посетил медучреждение и пообщался с коллективом. Жители оценивают качество услуги не по ремонту и по оборудованию, а в первую очередь по тем профессиональным специалистам, которые работают в сфере здравоохранения по вам. Потому как вы встречаете наших жителей, как вы их лечите, как провожаете, как улыбаетесь. Медцентр в Одинцове входит в семерку пилотных проектов Подмосковья. Он оснащен всем необходимым оборудованием, но главное – профессиональными кадрами. Руководство Одинцовской областной больницы уделяет этому вопросу огромное значение. На сегодняшний день она является одной из самых крупных в регионе. Штат сотрудников насчитывает 1062 врача и 1608 работников среднего звена. Мы сделали большой прорыв за последние полтора года. У нас получается по сухом остатке по 2022 году 47 врачей и 87 среднего персонала. И уже за первый квартал этого года мы даже плюс 12 сейчас врачей и за среднего 6 человек. Мы занимаемся собственно перед Московской областью привлечением кадров. Для обеспечения высокого уровня медицины в Одинцовском округе для сотрудников здравоохранения действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Приведи друга». Выплачиваются губернаторская надбавка и компенсация за аренду жилья. Кроме того, медработникам предоставляются муниципальные помещения для проживания. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».